В Златоусте прошло первое судебное заседание по делу крушения поезда. На скамье подсудимых оказались два мастера дорожной бригады. По версии следствия, мужчины причастны к сходу грузового состава с рельсов. В мае прошлого года на подъезде к городу опрокинулись 16 грузовых вагонов и 54 полувагона. Повредились опора контактной сети и само железнодорожное полотно. Движение на этом участке дороги перекрыли на сутки. Была на улице, как раз выходила. И услышала сильный скрежет. Как выяснило следствие, во время проведения ремонтных работ подсудимые не проконтролировали монтеров, а те забыли перекрыть движение и убрали части, которые крепили рельсы. Железнодорожники подсчитали, ущерб от аварии составил больше 25 миллионов рублей. И вот за свою беспечность два мастера участка предстали перед судом. Один из них свою вину признал и раскаялся, его коллега причастность к преступлению отрицает.